Иллюстрация, самоцветы догоняют. Гроссмейстер Пласкет возглавляет команду King Crusher'ов. Жестче, жестче работает, друзья. Сколько вперед, всем удачи. А мы... Так, и вот Жигалка Сергей. Жигалка Сергей. 6,5 на 18,5 в пользу Сергея. Это кто-то спрашивал счет недавно, вот теперь его видать. Так, ну... 6,5 на 18,5. Защита Алехина. Так, попробую сюда пойти. Попробую пойти сюда. Чтобы получить знакомую лапинскую позицию. То есть я отказался от борьбы за перевес в защите Алехина, чтобы получить позицию алапинскую, алапинского типа. Вот, которую я надеюсь... Так, я понимаю, не знать, хуже. Как играть. В защите Алехина я что-то белыми не справляюсь. Так, ну и... Жалко, что я не помню. Наверное, просто забрал. Так, что у нас там? C4? Так, сюда. Конь D4 точно нельзя есть. Пешку нельзя, наверное. Так, ладно, так. Так, теперь он грозит конь бьет d4. Ну, я возьму и сыграю слон e3. Так, ну там какой-то шаг. Пешку b2 бросаю. Да, может, он особо ничего не дает. Давайте ферзем даже шаг. А, слон d2 пойдет, да, в этом случае. Да, что там не сильно. Ну ладно, съем на b2 хоть. Но, кстати, позволяет мне идти в размен ферзей без потерь. Так, хорошо. Это он, возможно, недооценил. Давай так. Так, и я рокируюсь. Боже, может только окончание возникнуть. Так, ну, окончание мы идем, конечно. Просто рокируюсь, просто беру лошадь. Чуть похоже, но в целом... Потому что ладьями я собираюсь сдваиваться. В целом должно быть терпимо. Так, собирался сдваиваться, но так, тут лезет на c2, вот ходить, какое-то чудовище. Ну, скорее всего, я пойду. В случае а3. Да, нормально, примерно равная, я думаю, позиция. Ну и хрен с ним, конь. По крайней мере, мы не получили дебютную катастрофу. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Ограничу коня. И ладья f2. Коня b3. Ограничу. Хорошо, ходом a3. Так. Так. Давайте время так. Пока ой, держится. Этот ход я не уверен, конечно. Я хотел a3 предупредить, так, но... Слон. Блин, слон f5. Не так факт, да. Что это хорошая была идея. Ладья вытаскивается. e6. Да, что-то меня тут немножко напрягает. Мне это не нравится, друзья. Съел. Это так. Мне не совсем тут нравится. Конь. Куда девать коня? Так, ой, блин, конь c2 опять зевнул. Ну, елка-палка. Все-таки подвисает ладья и слон. Что ж, я одноходовый. Николай Власов явно подзевнул. Ну, блин, ну совсем дешевый одноходовый. Возможно, зевок. Серьезный зевок. Что ж я делаю? По крайней мере, висит много. Получается всего. Зевок дешевый. Ну, на А4. Просто слон А6, наверное. Спокойненько, без суеты паники. Блин. А, елки-палки, я же конь С4 ресурс. Конь С4 я недооценил. Ну, вроде конь А1, конь Д6, король Е7, наверное, могу себе позволить. Так, а это что? Это же просто... Съел. Просто и лишняя как напасть фигура. На лошадь. Что-то Николай Власов явно не то сделал, судя по всему. 44 секунды. Так, ну и тут у нас все, судя по всему, замечательно. Просто лишняя фигура без какой-либо компенсации. Это конец. Это конец, друзья. Все, что могу сказать, это должен быть конец. Так, ну это не поможет, конечно. Ну и сдался. Блин, ну да, как-то спасибо, позорно спасибо, совсем. Власова, за партию. Позорно. Из-за глупого зевка конь c2. Так, некто еще. Проиграл нормальную позицию, даже где-то с перевесом тоже стоял. У них Сергей Жигалка 50 очков. Он, видимо, скорее всего, тут...